7 марта в селе Даниловка состоялись традиционные первенства района по лыжным гонкам на призы главы Смедовичского района и два массовых лыжных забега для любителей. Открывая соревнования, глава администрации района Максим Шупиков отметил, Даниловская лыжня ежегодно подтверждает хороший уровень подготовки наших спортсменов, их стремление и волю к победе. Возраст для лыжников района не помеха, ведь стартуют все – от 6 до 70 лет и старше. Максим Шупиков пожелал участникам соревнований хорошей лыжни, честных побед и высоких достижений. Хочу всех поприветствовать, пожелать всем честной борьбы. Самое главное, побед вам! 11-ю лыжню объявляю открытой! В программе соревнований забеги на различные дистанции – от 500 метров до 3 километров. Кроме того, желающие могли пробежаться на лыжах в символических дистанциях и получить памятные дипломы и подарки. В этот день можно было увидеть и радость побед, и горечь поражений. Но всех участников самого массового спортивного праздника Смедовичского района объединяло одно. Они приехали сюда не только за наградами, но и за здоровьем. Вот сегодня у нас 7 марта, и вот сохранился снег, побегать – это вот за счастье просто. Такая погода, тепло, хорошо. Лыжи катят вообще просто отлично. Кати. Но... лыжня – это здоровье. Главное – здоровье. А остальное все приложится. Участникам лыжных забегов раздают электронные чипы, с помощью которых можно легко отследить время старта и финиша. Честь первым открыть соревнования предоставила самым юным участникам. Ребята отважно боролись за свою победу. Падали, но все же находили в себе силы подняться и идти дальше. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне был проведен костюмированный забег. В нем приняла участие команда народных избранников района. В ходе соревнования была выявлена поселенческая команда-победитель. Ею стала сборная Волочаевского городского поселения. А где же победитель? Второе место заняли спортсмены из Приамурского городского поселения. И третье призовое – спортсмены из районного центра. Подведение итогов и награждения – это было далеко не завершение мероприятия. Все плавно перешло в театрализованное представление «Проводы зимы». Жители Даниловки, спортсмены и любители здорового образа жизни проводили зиму, а с ней завершающий лыжный сезон. Дарья Яничкина, Виктор Ильин, Смедовичская студия телевидения, специально для программы «Новости 21».